радоваться. Подстава такая, да? Вот, и тут, потому что оно идет по одной же линии, и оно делится. То есть пропускной способности линии не хватает. То есть ее надо делать скоростной. Вот видите, что я имел в виду? А идет по линии вот тут вот слитки. Идут так плотненько идут. Они делятся на два, и видите, уже через один идут. Вот, соответственно, оно приходит через один сюда и делится еще, получается, один раз. И идет еще меньше. То есть так, такая вот подстава, я не знаю. Ну и, соответственно, ну мне-то как бы надо, чтобы и так, и так, и так и шла, и чтобы полностью линия забита была. То есть, получается, не хватает пропускной способности линии. А чтобы была покруче пропускная способность, нужно конвейеры делать четвертого уровня. Вот, чтобы линия шла. Тогда она будет работать. И то, мне кажется, она все равно не будет пробивать. Поэтому, как вариант, я хочу сделать следующее. Ну, это потом. Сейчас, в принципе, мне не к спеху. Я просто линию с этим самыми железными этими слитками, да, я ее пущу вот, ну, вот так-то вот она будет идти, да, и просто там в конце запетляю и пущу обратно. То есть, конечно, нарушу свой цикл, но, тем не менее, зато будет хватать слитков на все. То есть, мне вот хватит слитков на производство вот этого вот стальных балок. То есть, я ее просто запетляю оттуда, запетляю сюда, пущу через вид, тут поставлю делитель, и сюда она будет сливаться еще. И нормально все будет работать, мне кажется. Как-то так. Вот. Ну ладно. Это не то, что я хотел сегодня сделать. Пока оно работает медленно. Мне, кстати, почему я сейчас не делаю? Мог бы сейчас прям сделать это и все. Потому что у меня нету электричества в запасе. У меня в запасе всего, вы сами видите, 1 мегаватт получается, то есть, ну, ты 1100, так, ну да, ну ты 1000, пускай, ладно, да, ты 1000 мегаватт, это ни о чем, друзья, поэтому нужно будет что-то делать с этим, с электричеством, потом усиливать, а чтобы его усилить, нам нужны компы, а компы у меня сейчас вообще нигде не делаются, я все разобрал, поэтому пускай пока работает по одному, там, два станка, какие-то стоят, какие-то не стоят, какие-то работают. Вот, а потом я электричество добуду, точнее, сделаю станки, будет производство делаться, и я уже тогда прокачаю все станки и вот так тут зациклю, как я хотел. Потому что, видите, некоторые ресурсы стоят вообще, сейчас никуда не подходят. Вот как-то так. Так, ну ладно, станки, я тут раз, два, три, да, и вот тут вот стоит... В ассемблерах. Что я буду делать в ассемблерах? То есть мне нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 линий поставить. Ну, это вручную делается, потому что делается вот это из этого. Из биомассы. Биомассу только вручную можно добывать, к сожалению. А, не, можно из каких-то камней? Что за камни? А, этот мицелий, это из мицелия. Вот, то есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, да? А, 10, 11. 11. 11 производственных линий. Ну, укрепленную железную пластину я уже поставил, наметил. Соответственно, это пойдет также до конца. Тут я что сделал? Вы можете видеть вот эту от конвейерных лент с ресурсами. Решил делать не как я делал там через одну, а сделать полностью вот так вот. Раз, то я делал вот так вот через одну, да? А то я прям сразу вот каждую. Посмотрим, просто там какая-то мешанина и путаница получилась, не знаю. Непрактично, непрактично, я постоянно там путаюсь, когда пытаюсь что-то подключить, отключить. А, по такой схеме не знаю, как оно получится. Ну, в принципе, подачу ресурсов я сделаю вот по этим конвейерным линиям, да? А вторую, это самое... Как сказать, не подачу, а выкладку ресурсов я линию еще одну пущу, вот так вот. И будет вот таких вот две линии, по идее. Так, что у меня кончилось? Железные... А, понятно, зачем я тебя спускался вниз. С железными плитами. И надо сделать, кстати, еще этот самый телепорт. Телепорт! А, можно даже вниз спуститься, у меня там есть заначка на складе. Была. Так, вот это тоже пригодится. В больших количествах не надо набирать, конечно.
Так, это нет. Кстати, а кабель нужен. Кабелей особо нету. Так, отлично. О, пластинки. Еще. Так, ну еще надо взять. Все. Все, я затарился всем необходимым. Поехали наверх. Да, и вот с лифтами, если у меня будет третий этаж, четвертый этаж, тоже пока непонятно, как лифты делать, вот эти вот гипертрубы наверх. Потому что если вот я хочу на второй, например, этаж попасть, на третий попасть, например, хочу с первого попасть на третий. Был бы вообще лифт, тут такая возможность была, постройки лифта, блин, было бы офигенно на самом деле. Ты бы сейчас сделал лифт, поставил сколько тебе надо этажей, там как-нибудь кнопочки сделал, да и все, поднимайся куда хочешь. А тут вот нужно, например, вот я хочу с первого этажа попасть на второй этаж, да, делаю один лифт. Я хочу с первого этажа попасть на третий этаж, например, еще лифт. А если я хочу со второго этажа, еще лифт. И получается через этаж, а если делать через этаж, то получается с первого на второй, со второго нужно делать на третий, четвертый и так далее. Ну, сами понимаете, это как-то тоже долго. Ну, придется, наверное, так, именно так и делать. Так, ну все, я тут сделал. А, я же это еще, блин, с электричеством-то не разобрался. Ну, пока оно не горит. Так что можно пока особо не париться. Так, ассемблер. На какой ты мне там линии стоишь? Чтобы понимать, как ставить его. Ага, вот на второй не доходя. Вот тут так вот. Так. За сегодня нужно обязательно сделать все линии. А потом уже за кадром я буду делать эти, как он называет, до конца приводить конвейерные ленты. Собственно, доделаю этот самый кругаля, вот эту стенки доделаю. Вот это как бы рутинная работа, неинтересная, так что это лучше за кадром. В кадре я покажу, как я делаю эту подачу ресурсов. Так, и немножко не так. То есть видите, тут по двум конвейерным лентам пойдут ресурсики. Зато вот теперь понятно, где что будет. А то было ни разу непонятно. Так, значит, выкладка. Выкладываем сюда. И сюда. Снимаем. По идее, они должны доставать без всяких проблем. Ага. Так, тут у нас модульный каркас. Так, ну и выкладка. А вот тут уже она не достанет. Ну, тут это, конвейерная лента, если что. То есть, наверное, надо получше поставить, естественно. Да, тут он что-то это буянит. Че не так? А-а-а! Не ту эту поставил, что ли? На воде ту. Ту поставил и не ту. А почему тут не получается? Ну вот получилось. А тут не хотит. Может это запрыгнуть? Поровнее ее как-то поставить. Вот, идеально ровно. О. Так. Модульный каркас, да? Окей. Дальше поехали. Так, тут опять две нужно, потому что тут у ассемблера все по два ресурса идут. Ставлю еще ассемблер. Благо у меня катушек успело наделаться под это дело.
Но если будет не хватать их, то придется вручную, наверное, делать. Закидывайте ресурсы. Ну, катушки есть. Катушки это по-любому есть. Где-то они у меня везде скиданы. Так что, я думаю, не проблема будет с катушками. А вот эти укрепленные железные пластины, у меня их вообще просто целый ящик, наверное. Так что, насчет их я вообще не волнуюсь. Так, неправильно подключил. Так, тут нормас. Так, теперь вот эту штуку. Так, это, я так понимаю, на сверху поставить, чтобы она точно поставилась. По линии центровать. Кажется, неровно. Да, так и есть. А почему она тогда линию показывала? Может, нету линию? Ну, цепляйся. Так, отлично, еще одна линия готова. Железобетонная балка. Вот мне что нужно будет. Первым делом подать бетон и стальную балку. Сюда, чтобы делались уже железобетонные балки. Так. Так вот. А потом конвейерную ленту вообще из четыре линии будет. На эти самые изготовители. Это вообще будет что-то. А, не допрыгиваю. Готово. Так. Дай мне свою линию. Так вот. И ты давай. Что-то не пока. А, не показывается. Вот. Все равно криво поставилось. Она потому что. Она уходит, прикиньте, что за бред. Сделаем все симметрично, чтобы точно потом можно было подойти такой, ага, вот это вот так вот стоит, все, значит, вот так и делаем. И усиливать будет легче. Сейчас вот первым делом это что нужно сделать, так это запустить завод. Это вот по-любому нужно сделать. И я вот, по-моему, линию неправильно сделал. Чтобы завод уже начал работать и производить все виды продукции. Пускай даже не в больших количествах, в маленьких, но он должен уже начать производить все. А потом, конечно, уже можно будет сидеть, просто тупо усиливать производство. Так, вот они, роторы. Соответственно, готовы. Пойдут потом. Подключим. После того, как подключим. Правильно стоит, нет? Ну, давай вот так вот. Оп. После роторов можно будет еще что-нибудь там подключить. Так. Оп.
Так, надеюсь, там не хватит места-то. Ну, вроде я почти до конца доделал эти самые фундаменты на третьем этаже, но не совсем до конца. Почти. Там по пару линий я не доделал все же. Ну, хотелось просто запустить уже производство, начать. Чтобы оно работало, как я сказал. Чтобы оно все делалось потихоньку, пока я буду все остальное, так сказать, причесывать. Наводить блеск на заводе. Для этого нужно подключить. А для этого, соответственно, я решил заснять это видео. Подключение всего и вся. Так. Стартеры. Дальше еще один ассемблерчик. Хорошо, проволоки. Это я кабеля взял. Тут что-то я как-то не хотел его брать. Он, оказывается, нужен найти. На ассемблере. Нет, это далеко. Так вот, наверное. Это не сильно близко, интересно. Давайте нет. Ай, не допрыгнул. Да, все-таки близко, близко поставил. Чуть подальше его нужно. Завод, конечно, будет сжать электричество неимоверно. Ну, у меня там есть куда развернуться по электричеству. Я специально тоже сделал, чтобы нормально можно было увеличивать. Так что, если будут просадочки, увеличу. Так, моторчики. Отлично. Так, еще один ассемблер. Нет, вот так вот. Видите, когда знаешь, как оно будет, все будет и будет делаться, на самом деле очень удобно. Делать и удобно, и быстро. Ускоряется эта скорость. Потом также можно будет быстро увеличить, потому что уже будешь знать, как бы, куда что ставить. А то когда оно в разноброд, где-то, где попало вообще построено, ничего не понятно. Где, чего, как должно. Блин, стемнело, вообще ничего не видно. Офигеть. Тут не хватает в этой игре фонарей, чтобы можно было поставить свет в конце туннеля. Отлично. Так, а что-то у нас дальше идет умная обшивка. Умная обшивка. Насколько она умная?
Поехали далее. Щит конструктора заканчивается, кстати, ресурсы на ассемблере. Надеюсь, хватит. Тут у нас что будет потом? Универсальный каркас. Так, да, все понятно. Мне кажется, что я чуть дальше поставил, чем должно было быть. Да. И очень далеко, кстати, поставил. Как так получилось? В темноте не видно нифига. Так. О. Так, 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 так. Пока всего хватает, это хорошо. Не надо бежать. Так, что я там поставил? Умная обшивка. Универсальный каркас. Продолжаем, продолжаем. Так, а тут что будет? Автопроводка. Угу. Блин, по-моему, я слишком близко поставил, да. То далеко, то близко, не поймешь. Как же? Вот это вот далеко уже, это факт. Блин. Наверное, надо было оставлять, как стояло. Вот так мне что-то кажется близко, да. Ну ладно, пускай так уже остается. Ну это близко, да. Ну, по-другому он ставится не хочет. Может, тут никто не так что-нибудь сделал. Так. Да, ассемблеры большие, я уже почти весь завод занял линиями. А. Ну, собственно, на это и расчет был. Поэтому я целый этаж под них отдал. Ну, в принципе, как я уже говорил до этого на прошлых видео. Если мне нужно будет понадобиться расширяться, да, там в ассемблерах еще что-то появится, новое производство, новые эти самые детали делать.
буду, то тут проблем нету с этим теперь. Просто вон туда дальше продолжи и все. Там место есть. Теперь-то с этим вообще не проблема. Так, автопроволока, да? Так же? Ее я буду делать. Да. Так, 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 так. Еще парочку поставить. Так, и вот сюда вообще встань. Ну, надо, чтобы тут ресурсов хватило сейчас все доделать по одному станку. Чтобы не бежать, не бегать уже туда. Пополнять. Мимо. Немножко корявенько. Ну ладно. Так, ограничитель ИИ. Угу. Ну и последний ассемблер на сегодня. Но не последний вообще. Это вот этот. Так-то еще ассемблеры будут. Ставится. Вот удобно и... будет маневр, чтобы куда-то там, не знаю, что-то делать. Тут вот когда составишь две, вот тут еще маневры, еще одну можно будет стойку поставить, если она понадобится. То есть там запетлять что-нибудь туда-сюда. Сделать. То есть теперь вот на самом деле очень все четко и правильно стоит. Так, микросхема. Ну вот и все. Вот и все, друзья. Поставил все производство. Теперь у меня, соответственно, все должно будет делаться. Все станки стоят. Останется их только запитать. Запитать, естественно, электричеством. Жрать они будут, наверное, сразу гигаваттные натожрут. Это первое. Что еще нужно? Подвести все ресурсы. К ним. Это второе. Ну и сделать конвейерные ленты с выгрузкой в дальние конце, в дальнем конце комнаты. Вот он там где-то. Вот. И начать строить третий этаж. Сколько у меня там, интересно, внизу сделано? Как бы посчитать-то? Наверное, надо выйти на улицу. А где у меня выход? А, у меня выход как раз был на втором там этаже. Черт. Точнее, на третьем этаже. Тут не хватает еще, знаете, этих циферок, какие-нибудь наклейки, типа с этажами, там цифры, буквы, чтобы можно было оклеить. В No Man's Sky там есть такие вот, типа эти предметы, да, можно располагать, типа буквы, цифры, и можно писать надписи. Всякие. А тут вот этого не хватает очень. Так, вниз надо спуститься. Тут надо еще переделать, кстати, вот эту тоже лесенку. Все. Это, кстати, не нужна уже штука. Итак, давайте
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Два, три, четыре. Четыре. Там аж целых шесть. С каждым разом все меньше и меньше, что ли? Не, тут-то много и не надо, слушайте, в этот цех. Мне кажется. Я просто намечаю сейчас, как сделать этот. Лесенки, насколько высоко ставить-то. Где они? Ну, лестничный пролет. Надо забацать-то. Ось и падать вниз. Но дно еще вижу. Дно еще не пробито. Так, это все же, что ли? Мне кажется, или тут окна нету? Есть окно. То я уже несколько раз вылетал. Ну, еще можно, мне кажется, этаж бомбануть. Да и хватит. Да и можно закрывать его. Может, нормально встанет или нет? Если нормально, то придется еще этаж. Нормально, как раз. Как будто так и надо. Ну вот. Вот оно и сделано. Теперь нужен будет третий этаж построить, точнее четвертый этаж, для расположения наших любимых станков-изготовителей. Кстати, у меня все есть для него. Пожалуйста, ставь, не хочу. Оп. В нем будет производиться раз, два, три, четыре. Четыре расходуемые. Ну, фильтр. Фильтр не буду ставить. Самое главное, на фильтр нужно три элемента. Ха. Прикольно. То есть четыре станка на четвертом этаже нужно будет поставить таких. Ну, ладно. Собственно, поставим четыре станка. Ну что, друзья, я тогда паузу нажимаю. На паузе я все доделаю, подведу, включу и так далее. И потом покажу уже исходный результат. Ну что, друзья, сделал я все, как хотел. Сделал конвейерные ленты. Надо их будет до потолка, по-моему, доделать. Так будет удобнее, на самом деле. Вот, сделал, продлил эти. Запустил первое производство второго уровня. Это делаю железобетонные балки. Как вы видите, стальных балок не очень много идет. Потому что они идут, во-первых, складываются в этот самый, в контейнер. Вот, и плюс там не пробивают ресурсы. Не пробивают ресурсы, поэтому они, их мало. Даже на два станка не хватает. На один не хватает. Не то, что на два. Вот. Ну, в принципе, сделал, как хотел. На самом деле. То есть оно работает. Не все станки еще запустил. Запущу чуть попозже остальные станки. Вот. Просто нужно еще будет как минимум сделать два или сколько тут получается? Три. Или четыре даже ряда этих самых конвейерных лент. Третьего уровня, к сожалению. Четвертого уровня пока не получается делать. Но я там, кстати, поставил эти самые ящик в конце. Вот. И в ящик складывается. Плюс сделал потолок. Естественно. Но потолок я сделал только пока наполовину завода, еще не на весь. Но в процессе будет и на весь завод. Потолок, а точнее, это будет уже четвертый этаж. Это будет, где будут станки третьего уровня. Производство третьего уровня ресурсов. Кстати, неплохо набилось. Пока я тут бегал, прыгал и скакал. Уже можно, кстати, поднимать, точнее не поднимать, а улучшить несколько конвейерных лент, которые доставляют уголь и железную руду. У меня вот в основном уголь пока нормально идет, а вот железная руда не пробивает у меня.
Но я на втором этаже начал уже строить, переделывать конвейерные ленты, потому что мне не понравилось все-таки три конвейерных ленты. То есть, когда идут по трем конвейерным лентам, то есть три стойки стоят, то есть одна стойка получается у стены, вторая здесь у меня, да, такая стоит, и третья вот здесь. Неудобно, неудобно. Это поэтому я решил сделать одну, ну, на стене. А сейчас покажу даже вам, ну, чуть попозже. Сначала покажу то, что я начал уже делать производство эти уровня и поставил один станочек. Как он называется, кстати, я забыл. Станок. Изготовитель уже стоит. Вот так оно, в принципе, будет выглядеть. И тут, соответственно, в изготовитель будут подаваться ресурсики. Плюс начал переделывать свою базу. Свой штаб, так сказать. Вот. Ну, пока еще не полностью, чтобы он ровненько шел, а то он шел как-то неровно, мне не нравилось. Вот, я долго гадал, как это сделать, ну, вот, примерно вот так. Надо дерево, кстати, выпилить будет. Стоит на стойках, ну, еще пока корявенько стоит. Ну, что поделать. А, тут, кстати, нет питания. А, тут нет питания, потому что его нет, собственно. Ни к чему не запитано. Теперь есть питание? Есть. Вот, так, убрал. Тоже там кое-что лишнее, пока не нужно. Около водопада. Давайте покажу на втором этаже производство. Если меня глюки не отпустят. Не знаю, что начал тормозить вот так вот. Ну, периодически вот такой вот ступор впадает игра, и все на секунду. Так, это можно снять. Мешается. Уже, так скажем, не актуальная фигня. Вот, заводики работают, печки. Видите, на печке даже не на все железная руда доходит, поэтому нужно будет усиливать, конвейерную ленту делать, чтобы оно все работало. А, вот, я сделал конвейерную ленты. Точнее, хотел сказать конвейерную ленту. Нет, конвейерные ленты вдоль стены. Ну, не хватает стальных балок, поэтому... Собственно, и не получается пока ее сделать очень хорошо. Вот. Но, тем не менее, как смог, сделал. А сейчас пока по этому краю я пущу, потому что это основной край, по которому будут подаваться основные ресурсы. Вот, поэтому и с них будет забираться. И конвейерные ленты пока что сделаю здесь и напротив, сзади, именно вот по стенке. А те пока пускай остаются, они особо мне не мешаются. Ну, мешаются, конечно, некрасиво сделано, неудобно. Не то, что некрасиво, а сделано так как раз-таки красиво, но неудобно. Поэтому я это все переделаю. Вот. Как-то так. Ну, главное, производство все работает. Все работает. И это мне нравится. А, пока тут набираются стальные балки. Не железобетонные, а именно пока стальные. Надо, кстати, взять с собой. Вот они, стальные вот эти вот балки. Я решил сбегать, открыть серу. И вообще поисследовать. Потому что пока это долгая басня, пока все делается. Пускай мне наделать как раз вот железобетонных балок. Я пока побегаю. И вот тут вот они, остальные идут. Ящичек. Вот медленно, видите, набираются, потому что, ну, не рационально идет использование железа и стали, и железной руды. То есть мне нужно срочно как-то поправить процесс доставки железной руды. Тогда оно будет все нормально идти. Вот, а пока я... Ну, чтобы поправить, естественно, мне нужно железобетонные балки, чтобы ускорить, во-первых... Во-первых, нужны стальные балки, чтобы доделать хотя бы конвейеры третьего уровня вдоль стены, чтобы они красиво шли. И пустить, как я хочу решить эту проблему с железом. Мне нужно три конвейера, три конвейерных ленты, полностью забитых четвертого уровня, пустить вот сюда, на этот завод. А, соответственно, для этого нужно, чтобы накопились стальные железобетонные балки. Вот как вот так это все дело. Вот. Потому что нужно конвейерные ленты, во-первых, эти уровни хотя бы сделать. Плюс конвейерные ленты четвертого уровня сделать. Пока не хватает на это ресурсиков. Но я думаю, хватит. Должно хватить. Вот, как-то так.
Пока можно, мне кажется, сюда сложить все это дело. Зачем мне вот этих вот набрано? А, я же эти ломал. Точно. Я ломал стекло. Гипертрубу ломал, которая вот тут шла вдоль завода. Я гипертрубу я как-нибудь по-другому обыграю, сделаю. Она все равно будет идти вдоль завода. Возможно, вон там вверху, как-нибудь внизу. Пока не знаю как. Ну, что-нибудь придумаю, собственно. Где наша не пропадала. Вот. На этом, наверное, я видео сегодняшнее закончу. В принципе, я то, что хотел я сделать, я за сегодня сделал. То есть, третье производство поднял, точнее, второе. Поставил эти самые ассемблеры. Ну, не ассемблеры, а что я ставил? Да, ассемблеры, все правильно. Поставил ассемблеры, поставил один изготовитель, уже примерно накинул, как третье производство будет. Там, на самом деле, не так много будет производиться деталей. Сколько там? 4-5, по-моему, видов ресурсов. Ну, зато подводить туда по 4 ресурса на один станок, это тоже проблематично. Вот, а у меня не хватает остальных балок. Все упирается остальные балки, а это убирается из-за того, что не хватает ресурсов. Ну, почему я сейчас хочу, пока будет набираться, сделать железную дорогу, во-первых, уголь. Нужно будет сейчас поднимать железную дорогу и делать уголь. Кстати, а как они, рельса делается? Точнее, делать уголь, а доставлять уголь. Да, вот как раз таки стальные балки. Ну, я хотя бы намечу, как ее делать, как ее вести. Поэтому следующее видео, наверное, в следующем видео я буду доставлять, ну, точнее, делать железную дорогу, и вообще начну развивать это все дело. Чтобы у меня поезд хотя бы с углем уже начал доставлять ресурсы. Начал доставлять уголь. Потому что вот этой одной линии угля вообще ни разу не хватит. Кстати, я что заметил? Машинку-то вот эту вот, помните все? Нашу любимую машиночку, да? Разворачивайся. А если в нее сесть, у нее так же, как и в этом, есть запись и автопилот. То есть, судя по большому счету, машинкой куда поехала? Машинкой можно записывать маршруты делать. Вы это понимаете, да? То есть можно рисовать. Ну, у нее слот один, к сожалению. Один слот у нее. Но, тем не менее, машинкой можно доставлять ресурсы. Также можно доставлять. Где машинки еще были? Другой машинкой ресурсы. Ну, пока вот этой. Я к тому, что можно поставить погрузочно-разгрузочные станции и пустить по одному ресурсу, конечно, будет доставлять машинка. Но она будет доставлять 100% и нигде не тормознет из-за нехватки топлива. Вот к чему я веду. То есть ставим погрузку, да? Ставим таких машинок штук 20. Пускай одна за одной ездит, да? По маршруту и доставляет нам ресурсы. И она, во-первых, у нее топливо не кончится, не никогда, и она сможет доставлять. И, знаете, так прикольно будет курсировать несколько машинок. Не знаю, как это будет и на что это поставить. Я хочу вот эти машинки как раз таки поставить, чтобы они доставляли мне серу и кварц. Вот, то есть, поэтому я хочу, не знаю, получится у них доставлять, не получится, получится вообще это все сделать. Организовать не получится. Но пока есть такой план поставить именно вот доставку кварца и серы вот именно на этих машинках. Потому что мне кварца немного надо пока что. Потом все равно я туда поезд пущу. И серы также немного надо. Мне пока банально на исследование надо и все. Вот, поэтому попробую потом чуть позже сделать машинками доставку этого. Вот. Ну что, на этом я, друзья, прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Не забывайте, как обычно, подписываться на наш канал, ставить лайк под видео и заходить на наш сайт, друзья. Всем удачи, всем пока.